На еженедельном совещании губернатора Московской области с правительством и главами муниципалитетов были проанализированы обращения граждан на портал «Добродел». Один из вопросов, на который обратил внимание Андрей Воробьев, касался состояния небольшого водоема на улице Гвардейской в микрорайоне Гусарская Баллада. Отстойник был сделан бывшим застройщиком как элемент благоустройства, но с самого начала не полюбился жителям. В течение недели мы инициируем опрос среди местных жителей, уточнил глава округа Андрей Иванов. После того, как станут известны результаты голосования, благоустроим территорию в соответствии с запросом местного сообщества.